Всем привет! Добрый вечер! Сегодня у меня экстренный выпуск, выход связан с воровством каналов. Это капец какой-то, что происходит на каналах. Воруют, пропадают, будьте осторожны. Очень-очень осторожно. Смотрите, какие вам приходят сообщения. А как правило, приходят какие-то сообщения, которые лучше даже не открывать и смотреть. Даже иногда они пишут, что как будто бы это от YouTube. Но будьте осторожны, будьте внимательны, потому что практически невозможно потом забрать свой канал обратно. Я хочу показать вам на примере. Я с девочкой подписана взаимно, мы общаемся, дружим. Тоже рукоделие, как у меня. Я хочу вам показать, и, может быть, вы сможете лучше меня разобраться. Она объясняет, как все произошло. Я сейчас просто покажу, где это находится и как это найти. Буду, извиняюсь, держать с руки и буду показывать. Смотрите, это все мои подписки, все, что я там смотрю. И вот канал этой моей девочки знакомой. Я показываю, смотрите. Смотрите, вот ее канал. Возможно, кто-то подписан даже был на нее. Она оставила ту же аватарку. Посмотрите, у нее было почти 10 тысяч подписчиков. Сейчас 25, потому что ей пришлось создать новый канал. Она оставила ту же аватарку, подписалась Анастасия Хохлова. В спешном порядке она старается скачать все свои видео, которые были на том канале. Пока вот, видите, удалось загрузить. Будет пытаться доказывать авторство. И я сейчас ищу. Кажется, было где-то видео, где она сообщает о воровстве канала. Возможно, она выпустит видео об этом. Она в каком-то из своих видео, я просто сейчас под впечатлением и спешу. Я их пересматриваю все, но... В этом видео я расскажу про крестиков. Из чего и где беру материалы для пош... Я смотрю с разных своих гаджетов, поэтому не вижу, на каком я остановилась. В общем, это не важно. Смотрите, вот ее канал. Я ей скажу, попрошу ее, чтобы она прям сняла видео, сюда поставила, если прям отдельно, именно про воровство канала. И YouTube не смог, видимо, возможно, она поздно обратилась, или, она, видимо, все пароли каким-то образом смогли они у нее забрать. Да, вот, я нашла. Я нашла видео, в котором говорится и пишется, что канал был украден. Но насколько я помню, здесь были ссылки. Почему-то компьютер не видит. Я смотрела с мобильного телефона. Вот, видите? И были ссылки. Возможно, вы сможете у себя их увидеть. Возможно, мой этот компьютер настроен так, чтобы прятать все ссылки. В телефонах я вижу. У меня 4 точки доступа, с которых я смотрю. Поэтому, пожалуйста, поддержите и обратите внимание на свои каналы, все ютуберы. Еще Донна Донна, мы подписаны взаимно с женщиной, с барышней. Мы все барышни. Я сейчас быстро не смогу, наверное, найти. Но есть такой канал Донна Донна, очень интересный. Обо всем, о жизни, о себе рассказывает хозяйка канала. Я сейчас так быстро не смогу найти, простите. Я хотела отдельно о своих подписках, о своем общении рассказать. Так случилось, что приходится рассказывать, видите, как говорится, о том, что есть. Поэтому будьте внимательны, поддержите, если можете,
мою знакомую. И будьте внимательны со своими каналами. Да, моя подписчица Донна Донна, она рассказывала тоже о своей знакомой, у которой украли канал, но она успела вернуть. Она успела какими-то способами, ну, видимо, быстро обратила внимание свое и внимание канала Ютуба на эту проблему и смогла вернуть свой канал. Но это очень сложно, поэтому будьте внимательны и, пожалуйста, следите за своими каналами и давайте как-то, может быть, помогать друг другу и какие-то видео снимать на эту тему, чтобы YouTube тоже обратил внимание и, возможно, смог как-то более предметно защищать своих ютуберов. Всем пока, всех целую, обнимаю, подписывайтесь на мой канал, у меня такие же позывные, как и на канале в Инстаграме, ВКонтакте, группы, мы общаемся, и есть группа WhatsApp. Кому интересно, обращайтесь, я дам вам номер, и мы будем общаться. Там мы общаемся на все интересующие нас темы, на разные виды рукоделия, не только те, которые я показываю у себя на канале. И девочки делятся, общаются, хвастаются и поддерживают друг друга. Всем пока, всех рада видеть, всех люблю, целую, обнимаю.